Найдите его и убейте. Отходим! Своей любовницей. Ужасно. Эй, мы его смотрим вообще-то. Эй, мы же его смотрели. Вот ублюдок. Сделал, что обратился ко мне за советом. Пацы. Отойди, Пейн. Мама, скажи. Джек, мальчик. Чистота. Браво, Пейн, молодец. Скажи спасибо, что сейчас не лето, а то тебе бы не поздоровилось. Сдохни. Полиция Нью-Йорка! Не с места! Спокойно! Не двигаться! Огонь! Моносакс. Последняя клетка по левому коридору. Моносакс, да? Счастливчик. Я бы тоже не отказался ее допросить. Да, смазливая. Убила кого-нибудь? Поосторожней с ней, Пейн. Помни про основной инстинкт. Господи, опять! Только мы с прошлого раза все убрали. Питерс. Макс, вытащи меня отсюда. Ты же знаешь, я не могу. Если я тут останусь, меня убьют. Господи, боже мой! Бомба? Это бомба! Все наверх! Господи! Все наверх! Что-то было не так. У меня в голове вертелись слова Моны о неподвижной мишени. Бомба явно была отвлекающим маневром. Вооруженные преступники около камер! Полицейский ранен! Заткните его! Найдите эту суку! Найдите и убейте! Оружие! Мне нужен был пистолет. На помощь! Кто-нибудь! Я ранен! Умри!
Сидя там за столом, я бы ничего не смог найти. Мона растворилась в ночи. Без нее я не мог идти дальше. Я знал, где ее искать.